Таблицы Moogle для массовой загрузки аккаунтов в домен школы необходимо с помощью CSV-файлов необходимо сформировать столбец с случайными паролями, состоящими из букв, латинских букв, символов и цифр. Теперь это сделать легко с помощью кода, который можно найти на сайте www.ru. Здесь страничка хитрости таблиц Google, зайдя на которую, вы увидите такой текст. Только сиреневый цвет, текст, который называется кодом. Ctrl-C. А в таблице Google он называется формулой. Если мы вставим теперь этот длинный текст в такую маленькую ячейку, Ctrl-V, и нажмем Enter, то у нас появится группа из 8 символов. Если мы теперь скопируем эту ячейку, мы, по сути дела, скопируем не ячейку, а формулу, и выделим все остальные ячейки, куда необходимо вставить такие коды, и вставим сюда эту формулу Ctrl-V, то в каждой ячейке сформируется свой код.